Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное. Ребят, слушаем трек. Ну что, ребятки, скажу. Начало, конечно, немножко чуть-чуть, да, страшненько, да, ребят? Автомат перезаряжают, патронник ставят, да, какой-то вот такой есть, вот хулиганское, да, ребятки? И молодые люди. И какая-то группировка это, ребят. Но читают рэп классно. Голос чистый, спокойный голос, да. Такой ровный, да, ровная читка. И бит такой спокойный. Да, ребят? Поехали дальше. Что будет дальше, ребятки? Мне, знаете, что, ребят, нравится? Голос такой спокойный, да? Так он спокойно читает. Интересно, да? Без раздражения, спокойно. Очень спокойно, мальчик. Ребята очень разные. Один с косичком, весь в татуировках, да, полностью. Симпатичный такой, да, да, исполнитель. Видно, группировка, да, сзади стоит, прям группировка в масках. Он как предводитель, наверное. Готовится. Там кого-то связали, что ли? Ну, надеюсь, они с ними ничего не сделают со связанным, просто дразнят, пугают. Надеемся, что там манекен и не человек. Да, да, надеемся. Хотят поменять за выкуп. Манекен, да? Вначале была вставка, вот что этот артист, он поднимает проблему насилия, которая в Америке, ну, большая проблема именно насилия. Вот он против этого. Ну, он это иллюстрирует, конечно, но вот он говорит, что он вот против. Вот она об этом поет, да, да, да. Молодец.
Ну, уважение к рэперу, да, уважение, если он так рассуждает, да, что он против насилия, что он поет, высмеивает. Ну, не высмеивая, а хочет, наверное, ситуацию поменять. Молодец, я очень прям обрадовалась. Если мы правильно поняли, конечно. Да, молодец. Но он и поет не без агрессии, спокойно. У него агрессия, он говорит, надо спокойно все делать, надо обсудить вопрос, надо поговорить. Это ты уже перевод, да, говоришь? Да, перевод говоришь. Да, он это говорит. Угу. Он говорит, ребят, давайте договоримся, давайте любить друг друга, все хорошо. Жизнь одна, надо беречь ее. Голос классный, читает очень классно. И бит такой. Вот бит интересно, подход под его чтение, да? Молодец, мне понравился. Спокойное чтение. Читал хорошо. Пока, друзья.